Я никогда не пишу сценарий. Я не думаю, о чем я буду снимать видео. Я просто включаю камеру и снимаю. Алания моими глазами. Реальная Алания. Жизнь в Турции. Видео каждый день. Приятного просмотра. Друзья, привет из вечерней Алании. Рубрика «Турецкие продукты. Дегустация». Фирма Экер. У них самый вкусный айран, высозданный РМ, показывал. Детокс кефир 20.50. Цена не дешевая. Такая емкость кефира обычного стоит максимум 14.50, а то и меньше. Кефир пробиотик, детокс, и, друзья, хавуч, морковь, мандарина, мандарин и этот самый, блин, какой, господи, имбирь. Еще раз, морковь, мандарин, имбирь. Цвет у него такой, знаете, как приправа икари, поддобренный кефирчик такой, слегка желтоватый. Не желтый, но слегка такой. Ну что, котенки, дегустируем, не отходя от кассы, да, тоже почти полночи. Люблю по ночам ходить в овощные магазины. Итак, пробуем. Впервые пробую, еще открою. Ну, пахнет, в принципе, как фруктовый кефир. Фруктовых кефиров разных много в Турции. Ну, по сути, питьевые йогурты. Он не сладкий. Преобладает мандарин с имбирем. Он не сладкий, он реально вкус. У него между кефиром и ряженкой, кстати, не кислый, не сладкий. Необычно, это надо попробовать, знаете. Но это очень хорошо, что он не сладкий, потому что все фруктовые вот эти кефиры, они очень сладкие все. А этот он реально... Ну, тут нету сахара, не добавлено сахара. Мандариновый экстракт что-то дает. Конечно, оно все натуральное. Здесь это не красители, не химические. Морковь натуральная, имбирь и мандарин. Нотки приятные мандарина, еле-еле заметный имбирь, тоже приятный. Но морковка как-то в общем фоне, может быть. Но ее как таковой не слышно, но знаю, что она есть, в общем фоне кажется, что ты ее ощущаешь. В общем, интересный аромат, причем он не сильно мандариновый. Он все-таки больше, чего больше, аромата ряженки с кефиром или аромата мандарина, сложно сказать. Послевкусие тоже немножко мандаринки больше, чем кефира. Очень интересно. Однозначно нравится, однозначно буду покупать еще по возможности. Но он полезный по-любому. Очень интересная вещь. Котик, ты детокс не будешь, наверное, он пахнет. Давай попробуем. Мало ли. Еду кошачью не захотела, может, кефир больше. Боба натуральная, она пила. Молодец. Все. Детокс тебе, давай. Она полезная. Молодец. А еду кошачью не ест. Все, приятного аппетита. Попробуйте обязательно. Еще раз напоминаю, морковка, хавуч, мандалина, мандарин и этот самый, да, имбирь. Видите, даже кошечка ест, это говорит о многом, кстати. Была бы какая-то химоза, кошечка б не ела. Спасибо, кошечка, помогла мне. Честно, я не ожидал, что тут будет. Класс. Все, пока всем.